участвует 12 команд, как у мужчин, так и у женщин. Мы поставили перед собой минимальную задачу – это попадание в восьмерку. Мы планируем завоевать одну медаль в одиночном разряде. Естественно, рассчитываем в большей степени на Владимира Самсонова. Тренируемся по два раза в день. Настраиваемся, конечно, на европейские игры. Очень хочется показать лучшие свои результаты. Будем очень стараться. К европейским играм, конечно, готовимся. Будем стараться, будем работать, будем бороться каждый матч. Я и другие спортсмены постараемся дать бой другим сильнейшим игрокам. Активно готовимся к европейским играм, тренируемся, постараемся сделать все, что в наших силах, бороться за каждый мяч.